Всех приветствую на канале Портативная консоль. Новые игры для PS Vita. Октябрь месяц, в отличие от сентября, был не таким продуктивным для PlayStation Vita. Вышло всего лишь 3 игры, вот на них мы и посмотрим. Надеялся, что игр будет больше, ждал до конца месяца, но нет, есть как есть. Да, все игры взяты с сайта VitaDB. Первая игра, совсем уж странная игра, как по мне, на которой нет смысла долго задерживаться, но она есть. В смысле, игра есть. Называется... Название переводится как «Эпический твой старик». Летаешь таким вот нарисованным человечком, не задеваешь встречные ракеты или что там на тебя летит. И как бы... И все. Это вся игра. Вторая игра меня порадовала. Называется Flare RPG. Классическая RPG. Вид сверху. Гуляй, исследуй, выполняй задания, побеждай врагов. И это все на русском языке. Я уже и не надеялся, что русский язык еще куда-то будут ставить. Но нет. Игра с русским. Найдете. В настройках полазите, найдете. Там все есть. За то, что не вырезали русский язык, отдельное спасибо умельцам. Играю, понимаю. Все просто супер. Небольшие тормоза. Ну, да даже не тормоза, я не знаю. Это, скорее всего, принцип игры такой. Поэтому мне все нравится. Спасибо огромное. Третья игра Silver Fells Zero. Извините за мой английский. Игра с классной графикой и со всеми легкими тормозами. Ты спросишь, играбельно ли? Я отвечу, вполне. Более чем. Все хорошо. Хотя это только бета-версия игры. Думаю, умельцы еще подшаманят, подделают. Хотя и сейчас это выглядит очень хорошо. Но, нет русского языка. Все нравится, но играть и не понимать я не люблю такое. Поэтому вряд ли буду проходить, возможно, эту классную игру.
Вот какое коротенькое видео у меня сегодня получилось. На этом я заканчиваю. Благодарю тебя за просмотр, за лайк, за подписку. И удачи тебе!